Приветствую вас. Для начала, мне кажется, имеет смысл поисследовать то, что конкретно является основанием для вашего страха. Вот. То есть, ну вот. Вот что конкретно является основанием для ваших переживаний. Боитесь ли вы, например, именно замужества? Может быть, вы боитесь чего-то еще? Например, вы боитесь стать матерью. Значит, почему-то, откуда-то у вас есть страх ослепнуть. Ну, судя вот, судя по тому, что вы говорите. Судя по тому, что вы пишете. Это важный момент, достаточно, на который имеет смысл обратить ваше внимание, на мой взгляд. Вот. Ну и, соответственно, необходимо раскрыть. Что для вас значит замужество? Вот. Как получилось так, что вы хотите замуж? Вот. Соответственно, что для вас значит ребенок? И вот дальше уже смотреть, исходя из текущей вашей ситуации. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.